Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло-Опт. Сегодня мы рассмотрим диоксид титана 100 грамм, поставщик Китай. Его часто используют в мыловарении для того, чтобы мыльная основа была более плотного цвета и он держался дольше, а также для мыла с картинкой. Также применяют в косметике ручной работы довольно-таки часто. Можно добавлять в зубную пасту и порошки. В основном его туда и добавляют. Он помогает деснам стать здоровыми, снимается воспаление. Также его можно применять в декоративной косметике, например, в тенях для век, в помадах, в пудрах, в тональном креме. Он используется в качестве как фотозащита. Также он очень качественный, с ним удобно работать. Он белого цвета. Вот такая вот упаковочка. Вот такая. Вот такой вот порошок. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!